Добрый вечер, дорогие друзья! 12 апреля 2021 года наша страна будет отмечать 60 лет со дня первого полета человека в космос. Это Всемирный день авиации и космонавтики. Легендарный первый полет человека в космос стал одним из самых ярких и запоминающихся событий минувшего века. Советский военный летчик, старший лейтенант Юрий Гагарин на корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и совершил первый в истории человечества космический полет вокруг Земли. Это было великим событием не только для нашей страны, но и для всего мира. И, несомненно, стало огромным толчком в развитии многих новых технологий не только в науке, но и в отраслях производства. И, конечно, огромный отклик нашло в творчестве различных деятелей культуры и искусства. Возникает абсолютно неподдельный интерес к теме космоса. Создается огромное количество космических пейзажей, художественной литературы фантастического жанра. Снимаются кинофильмы, и в музыкальной массовой культуре возникает целое течение групп, в основе творчества которых становится космическая тема. Сегодня с большим удовольствием в студии академического вокала Дома культуры Академии исполню для вас самые любимые произведения этой тематики. Итак, мы начинаем. Я приглашаю в студию академического вокала Дома культуры Академии на сцену. Федор Выграненко, Ксения Жерикова, Дмитрий Суртаев. За фортепиано руководитель и концертмейстер студии Юлия Стахова. Матвей Блантер, Владимир Даховичный. Присядем, друзья, перед дальней дорогой. Потихонечку трогай и пей.
Я помню, солнце в этот день искрилось. Какой был удивительный апрель. И в сердце радость с гордостью светилась. Из космонавта, из космоса Гагарин прилетел. Его все по улыбке узнавали. Такой улыбки не было второй. Весь мир руку плескал, все ликовали. Гагарин облетел наш шар земной. С тех пор приблизились неведомые дали. Осваивают космос корабли. А начинал российский славный парень Гагарин, первый космонавт Земли. Александра Пахмутова, Николай Добронравов. Знаете, каким он парнем был? Из цикла «Созвездие Гагарина» исполняет Дмитрий Суртаев. Официально получил общественный статус
гимн российской космонавтики. Сертификат об этом был вручен Сергею Скачкову, солисту группы «Земляне», который исполнил эту песню впервые. И по сей день не появилось ни одной композиции, которая бы превзошла невероятную популярность этого хита. И, конечно же, сегодня она прозвучит в нашей программе. А исполнит эту песню Федор Выгроненко.
вселенной дали бороздя, и уносила за собою частичку летнего дождя. В лучах заката и рассвета, где космос манит и зовет, летела дочь родной планеты к звезде загадочной вперед. Я думаю, что вы догадались, о ком сейчас пойдет речь. Первая женщина-космонавт. Валентина Терешкова, тоже достояние нашей страны. «Эй, небо, сними шляпу!» Фразу летчицы перед полетом запомнили так же, как и гагаринская «Поехали!». Позывной первой женщины-космонавта на время полета был «Чайка». Именно Валентине Терешковой Александр Долоханян и Марк Леснянский посвятили песню «Девушку чайкой зовут». Исполняет Дмитрий Суртаев. Встречайте! Смогут не на огромных космических кораблях, а на обыкновенных звездолетах. Кому, как не физикам, подвластны такие изобретения. О нем, кстати, и песня уже сложена. А написал ее наш с вами земляк, легенда физфак МГУ, физик по образованию и бард по призванию Владимир Болотин, автор более 300 песен. Итак, «Звездолет» исполняет Ульяна Выграненко. Махнули брови.
Птичий дом, как старый сон, мой новый дом, где я влюблен. И небоскреб, а небосклон, мы в нем вдвоем на высоте. Но в темноте друзья как будто бы в беде. Молитва и солнце, и небо, и тот, что ждет очень долго вдали. К ним устремляю свой взор звездолет. Горю в атмосфере земли. Погасли звезды, поздний жар, ночной закончился пожар, сквозь млечный дым сгоревший дом. Войдут друзья со всех сторон, ведь в нем ни окон, ни стен. Сгорел совсем, зато теперь в нем место всем. Молитва и солнце, и небо войдет. О вечной блаженной жизни, которая ожидает душу праведную, и ее сожаление о тех, кого она оставила на земле. А память о страданиях и горе свидетельствует о доброте и благородстве, тем самым давая понять, что счастливее людям именно здесь, в нашем мире. Петр Ильич Чайковский, Алексей Константинович Толстой. Горнями тихо летела душа небесами, исполняет Марина Любимова. Thank you.
Михаил Тривердеев, Андрей Вознесенский. «Не исчезай» из кинофильма «Ольга Сергеевна» исполняет Ксения Жирикова, Дмитрий Свертаев, за фортепиано Юлия Стахова. Снится мне издавна, снится мне.
Воздушная, легкая, словно светящаяся мягким лунным светом, вдохновляет и воодушевляет не только самого исполнителя, но и нас, слушателей. И вместе мы погружаемся в ритмы лунного вальса, необъятных космических просторов. Исаак Дунаевский, Василий Лебедев-Кумач. Лунный вальс исполняет Марина Любимова. Thank you.
Алексей Рыбников, Павел Грушко, ария «Звезды» из рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мульетты исполняет Ксения Жерикова. Создан. Как же оставаться неудел? Дальние подмигивают звезды, расстояние вовсе не предел. Молодость — стремительное время, пусть всегда над ней стремится ввысь. И к полету будь готов все время, даже если ждать его всю жизнь. Александр Дольский. «Теплые звезды» исполняет Ульяна Выграненко. Смотрю я
Дорожу
кто его найдет, получит что-то удивительное и волшебное. Так всегда происходит, когда мы касаемся любой тайны, а уж тем более самого таинственного, загадочного и чарующего мира, космического пространства нашей Вселенной. Сильвестр Левай, «Золото звезд» из мюзикла «Моцарт», исполняет Ксения Жерикова. «Созвездие Гагарина» поэт Николай Добронравов сравнивает полет первого советского космонавта с революцией. Что и говорить, сколько отваги нужно было, чтобы протоптать звездную дорожку человечеству. Александра Пахмутова, Николай Добронравов. «Запевала звездных дорог» исполняет Дмитрий Суртаев.
волнами взлетать на луну, в неразгаданный мир окунуться и, подобно красивому сну, к самой яркой звезде прикоснуться, долететь до далеких орбит, неизвестных всех нам измерений, где загадочный космос хранит много тайн необъятной вселенной. Пахмутова, Добронравов. «Звезды становятся ближе» исполняет Ксения Жерикова, за фортепиано Юлия Стахова. Всегда возвращается. Ян Френкель, Игорь Шоферан. А самолеты сами не летают. Исполняет Ульяна Выграненко. Thank you.
растут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут, и жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть, но главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут, и дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут, и дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут, и самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут. На первый взгляд романтичная композиция о летчике, покоряющем небесные просторы, начинает звучать как реквием, стоит лишь немного задуматься над ее толкованием. Мир меркнет для героини песни, разлученной со своим избранником. Городская суета кажется ей пустой и бессмысленной, а любовь ее затерялась где-то на необъятном небосводе, и лишь звезды способны ее узреть. Глубокое, мягкое, невероятно грустное и в то же время красивое произведение не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз ощущал боль утраты. Нежность остается в памяти многих поколений так же, как остаются в памяти людей имена героев, отдавших свои жизни на пути к одной из величайших целей человечества. И вновь песня композитора Пахмутовой на стихи Добронравова «Нежность. Твоя нежность» исполняет Ксения Жерикова и Дмитрий Суртаев. Thank you.
Остается тема космоса. Помните картину «Москва Кассиопея», когда из глубин Вселенной до Земли долетает радиосигнал из планетной системы звезды Альфа созвездия Кассиопея, посланный разумными существами, и сразу же к ней собирается экспедиция. Ввиду того, что полет займет очень много времени, команда формируется из подростков не старше 14 лет, чтобы к концу полета экипаж составляли космонавты в самом расцвете сил. Этот фильм любит уже несколько поколений, а вместе с ним и песню, что была написана композитором Владимиром Чернышовым на стихи Роберта Рождественского. «Я возьму этот большой мир» исполняет Федор Вограненко. Земля пусть отдохнет, пусть земли, как у нас с тобой, так впереди. Долгий как жизнь путь, я возьму. Если что-то я забуду.
межпланетных автоматических станций. От одноименных космических кораблей до крупных орбитальных станций со сменными экипажами. От простейших экспериментов в космосе до фундаментальных исследователей в интересах науки. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что это не предел. Также безгранична фантазия создателей музыкальных произведений, воплощающих в своих шедеврах чувство бесконечности и таинственной непостижимости бытия. Но наряду с этим никогда не забудутся самые первые и самые любимые песни, посвященные полету человека в космос. Давид Тухманов, Роберт Рождественский, «Притяжение Земли» исполняют Ульяна Выгроненко, Федор Выгроненко, Ксения Жерикова, Дмитрий Суртаев, руководитель и концертмейстер Юлия Стахова. Встречаем! Thank you.
и человечество многое сотрется или утратит свою ценность, но имя Юрия Гагарина в истории останется навсегда. Одна из любимейших песен всего нашего народа, всей нашей страны – «Надежда». Подпевайте ее вместе с нашими артистами. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Камерный оркестр ровно в 12 часов. Спасибо.